На прошлой неделе водоем охладитель Смоленской АЭС переселили более 4 тонн молоди. Всего до конца ноября водохранилище выпустит более 30 тонн рыбы. Это 2 травоядных вида – толстолобик и белый амур. Эта рыба хорошо очищает водоем от лишних водорослей, что позитивно сказывается не только на качестве воды, но и на теплообменном оборудовании Смоленской АЭС. Станция применяет биологический метод борьбы. Это предохраняет от засорения оборудования станции и, конечно же, влияет на безопасность. Уже не первый год молодь поставляется одним и тем же рыбным хозяйством. И по наблюдениям представителей ветеринарных служб и других организаций, вся рыба здорова и жизнеспособна. Рыба, привезенная из Орловской области в сопровождении ветеринарно-сопроводительного документа, то есть вес свидетельства, при визуальном осмотре клинически здорова. Во время выпуска рыбы и еще в течение 15 дней рыбалка будет запрещена в радиусе 500 метров от того места, где выпущена молодь. В это время специалисты рыбоохраны совместно с сотрудниками АЭС будут проводить антибраконьерные рейды по водохранилищу.